Здравствуйте, дорогие! Я сейчас буду делать расклад на здоровье. Это для тех людей касается, у кого какие-то проблемы со здоровьем. Сейчас я в колоде буду искать карту дерева. И мы будем спрашивать у карт, что же у нас со здоровьем, есть ли какие-то проблемы. Ищем карту дерева. Это будет карта означать карта здоровья. Угу. Вот, и вот у нас вот, да, проблема со здоровьем у девочек. Вот этот расклад касается именно девочек. Это гора, это карта дерева, и видите, как карта женщина. Проблема со здоровьем у женщин. Ну, возможно, у некоторых девочек именно проблемы женского характера, женские дела. Давайте спросим у карт. Феи, такие красивые карты или лечебные карты. Что же нужно будет делать и что получится дальше? Что же нужно делать, чтобы поправить наше здоровье? У кого есть какие-то проблемы со здоровьем? Эта карта вышла, карта кольцо. В этой позиции она читается так, что нужно выполнять обещания, которые вы даете себе. Если вы дали, например, себе такое обещание вести правильный здоровый образ жизни, значит, вы должны выполнить это обещание. Заниматься спортом, не употреблять какие-то вредные привычки, высыпаться, вести правильный образ жизни. Вот ваше обещание, каждый, кто какое дал сам себе, нужно это обещание будет выполнять, чтобы ваше здоровье наладилось. Что же еще нужно делать, чтобы поправить свое здоровье для нас, девочек? И это вышла карта Лиса. Эта карта говорит о том, что нужно найти правильное решение, правильный выход, ну, как бы вот у кого правильно какое-то лекарство, найти хорошего врача, специалиста, что-то вычитать, может быть, в интернете узнать, может быть, какие-то нужны для кого-то народные средства, либо сменить врача, либо сменить лечение. Это же также карта говорит, карта Лиса, что нужно заниматься активно, вести активный образ жизни, заниматься больше спортом, чтобы наладить свое физическое здоровье. Давайте спросим у карт, получится ли у нас в ближайшее время справиться с этим недугом. И у нас вышла карта клевер. Очень рада. Клевер. Это нужно, значит, найти действительно правильное лечение. У кого-то это, как я до этого сказала, может быть, какие травы, что-то вот такое вот народное средство именно, правильное лекарство найти, взяться за себя, за свой организм, вести правильный образ жизни. И ваше здоровье по карте клевер, конечно же, наладится. Желаю всем счастья, здоровья и самого-самого всего доброго. С вами была ваша Елена. До свидания.